Облсовет обеспокоился судьбой одесского моряка Андрея Новичкова. Парень не может вернуться на родину уже почти 2 года. Он находится под стражей в Иране. Андрея обвиняют в доведении до самоубийства другого члена экипажа, иранца по национальности, который выпал за борт. На основании поданного заявления родственников, что Новичков делал замечания по некачественной работе этого матроса, и на 5-й раз дал рапорт капитану, они привязывают случившееся выпадение за борт как суицид в результате требований, повышенных старшим помощником. На первом же заседании следственного, где присутствовала вся команда и родственники погибшего, доказано, что вины Новичкова нет. Депутаты облсовета обратились с петицией в украинский МИД, чтобы обменять Андрея Новичкова на граждан Ирана. Ранее народный депутат Сергей Кивалов 2 раза встречался с послом Исламской Республики Иран в Украине, а также направил несколько депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру с требованием как можно скорее освободить и вернуть на родину одессита Андрея Новичкова. Эти обращения и встречи сдвинули ситуацию с мертвой точки.